Вот. Это и всем привет. Сегодня мы сделаем саблю Джека Воробья. Посмотрите, у нас уже вырезанный клинок. Это мы из цельной древесины выпилили и ручку сделали. Это все цельное. Выстрогали ножом. Вот сейчас мы сделаем гарду из вот этой вот штучки. Намотку сделаем обязательно, чтобы не скользило. И неплохой такой клинок. Ха! Ха! Аккуратно, главное защитить руки и не порезаться. А потом мы будем вот на эту штуку, когда прицепим вот сюда, будем делать черепа. Но черепа сложнее делать, да? Да. Надо выпилить макет сначала из пластилина. Потом этот пластилин нужно в гипс. Да. А потом гипс мы возьмем. И горячим пистолетом. И зальем туда, да. Либо пластик, либо еще что-нибудь. Так. И делаем дальше. Так. Теперь будем прицеплять. А где макет? Вот. Вот? Руслан. Зачем? Это был макет. Ну да. А ну как же дырочку делать? Ну так, да. Ладно. О. Главное не перепутать сторону. С этой стороны будет. А? Годится такая? Ага. Все, на готово. Дубль 6. О, почти сошлось. О, осталось сколько? 2 миллиметра осталось. Так вот. Да? Да. Надо ее еще скрябать. Ну что, сейчас будем череп делать? Будем, будем. Тащи пластилин. Я его съем. Да. Ну, короче, пиди сюда. Ну? Ну, иди на полтора. Ну? Только маме покажи. Такой меч. Иди маме покажи. Сабля. Сабля! Ставим лайк, подписываемся на канал. Ну что, как сабля? Хорошо. Ну-ка покажи. Как фехтовать саблей? Рубящее движение. Лепим череп сейчас. Да. Мочи. Смотрим на свое. Это так. Лоб здесь, лоб поуже. Нельзя пропустить деталь просто. Какую деталь? Ну какую-нибудь череп. Так, так. Так. Похоже? Чего? Череп. Похоже, но нам же лицо черепа нужно. Я верхушку-то не делаю, макушку, потому что нам вот макушка не нужна. Покажи. Вот да, такой серий. Не должно быть, мне кажется, уже должно быть. Должны быть обязательно. На свет поверни. Давай на свет. Вот. Годится? Ага. Теперь будем его в гипс.
Да. Засовываем. Мы его сейчас в холодильник положим, он застыл. Зачем? Ну, чтобы он сейчас мягкий. А сколько часов будет застывать? Да, он через пару минут. Пойду класть в холодильник. Морозил. Что нужно склеить еще и все. Склеить? Да, специально мы это видео редакторе. А как склеить, а? Ну там на компьютере надо сидеть, ковыряться. Музыку можно придумать какую-нибудь. Тут череп в гипсе. Вот застынет потом. Ну что сделать? Так. Ну вот. Что, ребята, все застыло? Да. Вот. Вытаскиваем. Посмотрите. Форма такая у нас получилась. Мы зальем горячим пистолетом. И да. У нас получится. Там стоп пистолет. Да. Все вроде как везде. И прицепим вот сюда. Вот да. Мы еще вчера нарисовали. Куда прицепить? Ну вот такая черепушка у нас. Такой слепок. Так, заливаем. Вот мы заливаем. Ну, главное, чтобы не было видно. Чтобы получилось. Угу. Будем пробовать доставать череп наш. Вот. Ого. Во! Досталось. Посмотрите. Череп. А? Теперь надо только разукрасить и все, да? Теперь его возьмем. Разукрасим. И подровнять надо еще. Ну вот, наш меч готов. Вот. Сабля. Готов. Точнее, Джека Воробья. А? Череп. Ну, план. Такой красный череп. Веселый Роджер. И мы еще вот тут залили вот клей сюда. Так что надо обмотку теперь на ручку. Трепишную такую. Да. И мы покрасим вот тут золотым. Да. Черный мель с золотой. Это... Класс. Да. Ну вот что у нас получилось. Ручка, сабля Джека Воробья. Даже лучше, чем у Джека Воробья. О. С черепами, со всеми делами. Ну, ручку мы покрасим, соответственно, и будет то, что надо. А так вот такая вот штука. Так вот, занять детей. Кучу эмоций подарить, пожалуйста. Делайте там саблю, или, не знаю, браслет какой-нибудь лунного странника. Все увлекает, все нормально. А если еще ребенок будет снимать это вообще... Всем счастливо, всем счастливо.